2015 году сотрудники и коллективы Услабинского городского дома культуры приняли участие в 10 международных, 11 всероссийских, 8 краевых, 5 районных и 9 городских фестивалях-конкурсах. Из них 4 гран-при, 21 диплом лауреата первой степени, 11 лауреатов второй степени, 14 лауреатов третьей степени, 5 лауреатов, 9 дипломов первой степени, 2 диплома второй степени, 4 диплома третьей степени, 11 дипломов и 8 грамот за участие. Самыми яркими и запоминающимися победами образцового художественного хореографического ансамбля «Данка», руководитель Наталья Гордиенко, стали диплом лауреата первой степени Всероссийского фестиваля-конкурса детских и юношеских фольклорных коллективов «Казачья застава» в городе Санкт-Петербурге, диплом лауреата второй степени 17-го международного фестиваля-конкурса «Союз талантов России» в городе Сочи, диплом лауреата первой степени 3-го международного фестиваля-конкурса «Премьера-2015» в городе Услабинске, диплом лауреата первой степени международного фестиваля-конкурса «Звездный дождь» в городе Краснодаре, диплом лауреата первой степени 9-го межрегионального фестиваля-конкурса в городе Туапсе, а также гран-при 14-го южно-российского фестиваля-конкурса «Аплодисменты» в городе Ессентуки. Всего в 2015 году образцовый художественный хореографический ансамбль «Данка» получил 29 дипломов. Руководитель коллектива Наталья Гордиенко отмечена грамотой международного фестиваля «Педагог года». Высоких наград в 2015 году был удостоен образцовый художественный вокальный ансамбль «Младоросы», руководитель Роза Душко. Среди них 2 диплома лауреата первой степени международного фестиваля конкурса сценического мастерства «Золотой дельфин» в городе Сочи, диплом лауреата третьей степени 5-го международного музыкального конкурса «Играй, танцуй и пой» в городе Краснодаре, диплом лауреата первой степени Всероссийского фестиваля конкурса детского и молодежного творчества «Хрустальная Ника» в городе Анапа, гран-при 3-го международного фестиваля конкурса «Премьера-2015» в городе Услабинске. Всего в 2015 году образцовый художественный вокальный ансамбль «Младоросы» получил 16 дипломов. Яркие выступления образцового художественного хореографического ансамбля «Фантазия», руководитель Галина Малюченко, на международном фестивале-конкурсе «Хрустальное сердце мира» в городе Краснодаре в 2015 году были отмечены 2 дипломами лауреатов третьей степени. Коллектив также был удостоен дипломами лауреатов второй степени и третьей степени международного фестиваля-конкурса сценического мастерства «Золотой дельфин» в городе Сочи, дипломом лауреата третьей степени 11-го Всероссийского фестиваля-конкурса по хореографии «Терпсихора России» в городе Ессентуки, дипломами первой степени межрегионального рейтингового турнира по современным танцевальным направлениям «Фрешденс» в городе Краснодаре. Всего в 2015 году образцовый художественный хореографический ансамбль «Фантазия» получил 25 дипломов. В 2015 году народный самодеятельный вокальный ансамбль «Хмель», руководитель Галина Колодкина, стал лауреатом первой степени 2-го ежегодного международного фестиваля-конкурса «Хрустальное сердце мира» в городе Краснодаре, лауреатом первой степени 21-го районного фестиваля-конкурса «Казачьи песни» «Казачий круг» в станице Старомышастовской Донского района, дипломантом заключительного этапа 3-го краевого фестиваля-конкурса «Во славу Кубани на благо России» в городе Краснодаре
и регионального фестиваля «Легенды Тамани» в этнографическом комплексе «Атамань» Темрюкского района. Всего в 2015 году народный самодеятельный вокальный ансамбль «Хмель» получил 10 дипломов. Народный самодеятельный вокальный ансамбль «Элегия», руководитель Елена Чубукина, стал лауреатом первой степени 9-го межрегионального фестиваля конкурса вокального искусства «Музыкальная волна-2015» имени Тернавского в городе Туапсе и лауреатом первой степени международного фестиваля конкурса «Открытый мир» в городе Краснодаре. Всего в 2015 году народный самодеятельный вокальный ансамбль «Элегия» получил 8 дипломов. Народный самодеятельный вокальный ансамбль «Вдохновение», руководитель Галина Адамова, стал лауреатом районного фестиваля конкурса «Услабинские таланты», посвященном творчеству Григория Пономаренко. Народный самодеятельный хор «Любава», руководитель Любовь Титаренко, стал лауреатом первой степени районного фестиваля конкурса народной и фольклорной песни «Традиции живая нить», а также лауреатом открытого городского фестиваля конкурса народной и казачьей песни «Гуляй, казак-2015». Народный самодеятельный духовой оркестр «Альянс», руководитель Валерий Душко, стал дипломантом заключительного этапа 3-го краевого фестиваля конкурса «Во славу Кубани на благо России» в городе Краснодаре и 2-го межмуниципального фестиваля духовых оркестров «В городском саду играет» в станице Старомышастовской Динского района. Воспитанники образцового художественного вокального ансамбля «А плюс Б», руководитель Светлана Березникова, стали лауреатами 4-го международного фестиваля искусств «Ессентуки-2015» в городе Ессентуки и лауреатами 2-го открытого городского фестиваля молодежного творчества «Проспект». Всего за 2015 год артисты Дома культуры заработали 89 дипломов и грамот.